Этот автобус номер 13 среди пассажиров считается особенным. Сесть в него – большая удача. Еще бы, ведь на этом маршруте работает самый улыбчивый кондуктор Тюмени. Здравствуйте. Пожалуйста. Хорошего дня вам. Ее зовут Эльмира Разыева. Рабочий день кондуктора начинается в 5 утра. Но даже в это время она умудряется продавать билеты с улыбкой. Пассажиры от такого даже просыпаются. Пассажиры хмурые чаще всего по утрам. Бывают разные, да, бывают. Ну и такие же веселые встречаются, попадаются, да. Люди разные, ну все разные. Я много раз слышала, что меня называют улыбчивым. Пассажиры положительные отзывы сказали, и звонили, писали, и сама не ожидала. Ну, приятно мне. Вообще-то раньше Эльмира водила троллейбус, но в кабине водителя чувствовала себя неуютно. Дорога жизни привела ее в кондукторы. В этой профессии нашла себя. Иногда ее рабочий день длится дольше 14 часов, но даже в конце тяжелой смены она не перестает улыбаться. Заметили, какой кондуктор здесь? О, очень хороший, гостеприимный. Должны все улыбаться друг другу. И тогда лучше будет жить. Настроение повышается? Конечно. Заметили, что вежливые? Она еще стесняется. Хороший кондуктор. Еще Эльмира ищет свободные места для пенсионеров и помогает мамам с колясками. Кондуктор давно поняла, в ее профессии рулит вежливость. От ее трогательной улыбки даже зайцы в итоге покупают билеты. Вы чувствуете, что вы на своем месте? Да, это мое. Я здесь люблю работать. Дарина Гранцева, Александр Старожук, Тюменская служба новостей.